А мы представляем жюри второго международного Забайкальского кинофестиваля. Кинорежиссер. Лучший сценарий. И для вручения приза мы приглашаем на сцену режиссера, члена жюри Бориса Хлебникова. Смешно делать вид, что я не знаю, кто получит. А с огромным удовольствием читаю приз за лучший сценарий Софи Дерас, фильм «Знаки смерти», Канада. Съемках, поэтому мы от лица кинопрокатной компании P&I Films обязательно придадим мне этот приз. Большое спасибо почетному уважаемому жюри, спасибо фестивалю и прекрасному городу Чита за теплый прием. Спасибо. Для получения приза в номинации «Лучший сценарий» приглашается Алиса Столярова, представитель компании P&I Films, российского дистрибьютора картины. Вот, собственно говоря, мне кажется, Алиса сейчас и выходила на сцену, и получилось. Надо было предупредить. Да, так что вот Алиса. Поприветствуем Алису Столярову. Она особенно приятна. Расскажите, Сергей. Для меня это номинация «Лучшая женская роль». Я по себе знаю, как важно вообще не артистке быть замеченной, и что придется мне жюри. И поэтому для вручения премии я приглашаю на сцену народного артиста России Аристарха Ливанова. А также партнера кинофестиваля Юрия Бажина. Надо вручать, и кто удостоен этого высокого звания быть лауреатом, но по-датски еще не научился читать. Приз за лучшую женскую роль актриса Санна Персон. Фильм «Звуки шума», Швеция. Доходим.
вручение приза на сцену приглашается член оргкомитета фестиваля Анастасия Рыкова. Передать личные руки. Спасибо. Я хочу сказать о работе жюри. В конце, когда мы уже пожали друг другу руки, я сказал, вы знаете, у нас есть такая русская поговорка, в конце свадьбы, свадьбы говорят, извините, что без драки. У нас, Саша, обошлось все мирно, и мы были горды тем, что мы понимаем друг друга без драки. Следующая номинация. Номинация «Любимая для всех девушек». Лучшая мужская роль. И для вручения приза мы приглашаем Настасью Кински. Аплодисменты партнеров второго Забайкальского кинофестиваля «Супругов». Бандишов, Елена и Александр. Пройдите, пожалуйста. Для получения приза за лучшую мужскую роль на сцену приглашается член оргкомитета кинофестиваля Николай Константинович Воробьев. I would like to say it in Russian, but I cannot yet. I want to say thank you for this beautiful invitation in this amazing country that I've never been to. Я бы хотела сказать это по-русски, но, к сожалению, пока не могу. За приглашение и за эту прекрасную страну, в которой я I'm going to say a little bit, because it's going to take a while. With beautiful people, with different religions and temples and beautiful churches and this amazing country with an amazing history, so I'm very thankful. Этой прекрасной стране спасибо. С прекрасными людьми, с удивительными храмами, с множеством культур и религий. С прекрасными людьми большое спасибо. Прекрасными людьми искусства, прекрасными актерами и режиссерами. Спасибо. The award for best male role, actor Leo Ashkenazi. Leo? Ashkenazi, I said it right. Leo Ashkenazi. For the film Footnote from Israel. Примечание из Израиля. Приз за лучшую мужскую роль за господина Ашкенази. Я, наверное, мало на него похож, тем более ни с каким талантом его не связан. Но я должен, наверное, от его имени поблагодарить жюри и зрителей, и родных забайкальцев за то, что его признали его роль лучшей мужской ролью. Ну и от имени забайкальского землячества гарантирую, что этот приз он получит и свои награды ему воздастся. Спасибо.